45% россиян за последние 5 лет не выезжали за пределы своего региона. Такие показатели говорят о явных проблемах внутреннего туризма. Путешествия хотя бы по городам своей страны требуют больших затрат и для большинства людей просто недоступны. И речь идет не только о стоимости билетов, но и логистики. Это вопрос транспортной доступности. Чтобы из как можно большего числа городов нашей страны в Сочи были прямые рейсы, чтобы не приходилось летать с пересадками, с большими сложностями и перерывами в транспортных узлах. И самое главное, конечно, чтобы цены на авиабилеты по меньшей мере в период низкого сезона, речь идет примерно 8 месяцев в году, были намного более доступны, чем сейчас. Краснодарский край – центр внутреннего туризма среди всех курортных регионов России. Тем не менее, большое количество туристов не могут приехать на отдых в Сочи. Труднее всего приходится пенсионерам. И благодаря проекту, реализованному в санатории «Знания», людям серебряного возраста лечебно-оздоровительный туризм стал доступным. Сейчас востребован спрос на здоровье. Особенно, конечно, это лица зрелого возраста и старшего возраста. И, в принципе, «Знания» вышло такой хорошей инициативой поддержать вот этот проект, сделать его очень доступным для пенсионеров. И, в принципе, я думаю, у него, конечно, очень хорошие шансы. Кстати, конференция по доступности отдыха на лечебных курортах Краснодарского края впервые проходит в рамках форума «Декада зрелого возраста». Он проводится в санатории «Знания» уже 5 лет и ежегодно обеспечивает заполняемость и самого санатория и соседних гостиниц на 100%. Ну а на более масштабном уровне вопрос привлечения туристов в межсезонье уже рассматривается экспертами. Возможные пути решения будут приняты по итогам международного туристского форума в Сочи. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.